Ютуб, здравствуйте! У нас начинается марафон прохождений игр, демок от наших разработчиков в рамках онлайн-фестиваля «Игропром». Вот, кстати, блин, я же хотела сделать надпись игр на в ОБС на экране и забыла. Отвлекли меня, ну ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-очки-ой-ой. Ну, давай на полный экран тебя бахнем. Вот для сохранения. Так, Барбариан или шутер? Давайте Барбариана. Так, шепот в голове. Ты на корабле, в открытом небе. Работают двигатели, корабль держит высоту. Когда бак опустеет, корабль упадет в бездну. Не паникуй. Осмотрись. Обрати внимание на уровень топлива в верхней части экрана. Там же очки здоровья героя и его золото. Посмотри на карту неба. На ней обозначена масштабная сетка. Чтобы пролететь вдоль стороны одного квартала сетки, нужно 100 единиц топлива. На востоке дымится вражеское судно, это твоя первая цель. Подожди немного, я включу режим разведки. Когда объект попадет в радиус разведки, ты увидишь уровень сложности. Лети к кораблю, чтобы напасть на него. Так, что-то сложно сейчас будет. Уровень топлива 454 из 900 рублей. Да, пора пополнять топливо, а то не долетим. Так, твой герой в центре, ага. Враги, пара слабых гоблинов. Зажмешь Ctrl, увидишь здоровье всех юнитов. Ага, не, вижу название, а где здоровье-то? Извините. Так, наведешь курсором на юнит, узнаешь о его навыках и эффектах в углу экрана. Исследуй врагов, затем примени толчок по ближнему. Для этого кликни по навыку панели внизу и нажми 1. После выбора навыка нужно выбрать цель. Отмена, правая кнопка мыши. Так, это все, конечно, классно. Но я все равно что-то не поняла. Вот эти это враги? Ага, он свалился за борт. Второй застрял за ящиками. Ящики тоже можно толкать. Но если толкнуть их в сторону, стены или преграды, весь ряд получит один урона, в том числе и гоблин. Попробуй. О, мы уже в похожую играли игру, прикольно. Во, класс. Победа. Угу, что мне там пишут? Дискорд, обновление политик Дискорд. Позвони мне, Илюшок. Позвони мне, Илюшочек. Что, у меня опять УБС завис? Мы проверим, Писюшок. Мы проверим, Писюшочек. Жесть. Позвони мне, позвони. Позвони, позвони, я умоляю. Мы проверим, Писюшочек. Мы проверим, Писюшочек. Кря, ты тоже Илья, что ли? Или тебе просто нравится сумма 3 пятерки? Так, у меня нахрен все позависало в ОБСе, да? Надо все обновить. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Так, косплей 10 минут в рулетке выпал. Сейчас выполняем или чуть попозже? Ты Вова? О, Владимир. Не звоню я мужчинам. Ай, жесть. Так, блин, здесь музыка громкая, надо потише ее сделать. Так, бинго, ты нашел топливо, его хватит, чтобы двигаться дальше. А еще какой-то осколок, чтобы использовать его, заходи в инвентарь, иконка внизу. Подождите, а где? Вот, настройки, звук потише, давай. Так вот, да? Так, Кря, косплей сейчас делать? Или чуть попозже можно. Так, продолжить. Так, следующий корабль вот этот, да? Так.
В начале каждого хода осмотри белые элементы на земле. Они помогут узнать намерения врагов. Например, большой белый залитый квадрат означает, что клетка будет атакована в следующий ход. Герой в свой ход может сделать шаг или применить навык. Враги в свой ход двигаются и подготавливают атаку, атакуя в следующем. Если враг подготовил атаку, рядом с ним появляется иконка замаха, а на землю появится обозначение его атаки. Это означает, что он точно применит атаку в свой следующий ход именно в этом направлении. Замаха нет. Чаще всего можно не бояться удара от этого противника, однако враги босса могут применять мгновенные навыки, как и герои. Сейчас на героя направлены две атаки, и он получит урон, если останется на месте. Опасное место обозначено белым квадратом. Желтые пункты здоровья над головой означают возможный урон. Отойди в сторону, для этого кликни по доступной клетке. А я не могу пихнуть его? Не, он не соскачет, да? А как мне отойти? Просто в бок? Как хочешь. Да можно попозже, вот, потому что сейчас не хочется вот отвлекаться, хочется дымки побыстрее рассмотреть все. Так, правда, я вот не поняла, почему у меня вот это не сработало. А рулетка, кстати, обновилась или нет? Рулетка так и не обновилась, да? Блин. Она что-то и не хочет обновляться. Лол. Почему? Ох уж эти игры, которые ломают мне ОБС. Да за что же мне это? Лимошенька, привет. А что, совсем сломалось? Ну, видишь, строка сбора рулетки, ты задонатила, оно не обновилось. И зависло. А я его обновляю вручную, а оно, короче, не это, не показывает ни хрена. Хотя обычно оно сбрасывается, и там снова типа нужно 150 или сколько там рублей, чтобы рулетку. Во! Теперь оно вообще отключилось! Да ну! Блин, мне игра тупо сломала все в ОБС, класс. Как классно! Не эта игра, если что, еще предыдущая это завалила все. Не, рулетка будет крутиться, просто строки сбора не будет, скорее всего. Ой, ладно. Так, после действия героя наступает ход врагов. Они ходят по очереди. Если ты все сделал правильно, гоблин-стрелок должен выстрелить в своего, а гоблин с кинжалами ударить в пустоту. Если нет, что ж, это твой выбор. Сейчас лучше снова подставить гоблина с кинжалами под атаку стрелка. Так что вернись обратно, чтобы снова спровоцировать врагов на замах. Твоя задача одолеть всех врагов. Уворачивайся от атак, подставляй, ищи лучший момент для своих атак. Имей в виду, стрелок может подготовить выстрел, если герой будет стоять вплотную. Но сможет выстрелить, если ты подошел к нему уже после замаха. Это особенность его навыка. Удачи!
Заметили сообщение Level Up? Да, молодец. Нет? Ну, короче, оно было. Теперь открывай... Блин, прикольно, мне нравится. Теперь открывай дерево навыков. Иконка внизу или клавиша K. Иконка мигает или доступное улучшение. Если доступное улучшение. Вот дерево навыков. Вау, какое дерево навыков. Охренеть. Так, это великое древнее древо бесконечной мудрости. Или просто древо. По центру навык толчок. С него все начинается, а дальше идут ветки классов. Сейчас существует два класса – варвар и стрелок. Можешь самостоятельно выбрать, что развивать. В левом верхнем углу количество очков улучшения. Внизу возможность вернуть вложенные очки. Встряхни дерево. Встряхнуть дерево, господи. А сейчас тебе доступно одно улучшение. Что выберешь? А, неважно. Не буду подглядывать. Закончишь? Жми кнопку «Закрыть». Нормально, прикольно. Так, выпад. Удар на две клетки, один урон, 3 кд. А вот это выстрел, да? Ну, наверное, выпад. Выпад возьмем. Так, инвентарь. Что у нас тут? Ничего нормального, да? Денисочка, здравствуй. Таксист, мое почтение. Так, уровень топлива вроде почти фул. Закрыть. Так, теперь хватает топлива, чтобы долететь до острова за облаками. Раскрою секрет. Это мирный остров. Летим. Это мирный и безопасный остров. Можно выдохнуть. Таких немного вокруг, но они еще будут тебе встречаться на пути. В каждом поселении есть док, в котором можно заправить бак или улучшить корабль. Могут быть и другие здания, но здесь работает только док, так что давай сразу туда. Так, док. Самое важное в доке – возможность купить топливо. Прежде всего, заполни бак до краев. Также здесь можно улучшить характеристики корабля, но для этого нужно больше зоита. Как закончишь, жми кнопку «Выйти». Так, что тут можно? Размер инвентаря, скорость корабля. А сколько у меня денег? Мне не хватит на два улучшения, да? Так, полный бак. А, и все, мне на улучшение не хватает. Окей. Если заправил бак, то тут больше делать нечего. Чтобы покинуть остров, нажми на свой корабль в углу. Слушайте, ну мне, кстати, нравится пиксельное, оно милое такое. Двигаем дальше. Тебе нужно лететь на восток. На следующий остров слишком далеко. А в этих местах пролетают корабли. Нападай на них, чтобы пополнить свой запас топлива. Пролети чуть дальше за город и нажми Shift. Корабль войдет в режим ожидания. Дождись вражеского корабля и напади на него. Имей в виду, эти корабли не стоят на месте, а значит придется их догонять или лететь на перехват. Топливо закончилось. Ха-ха! Вот говно! Что-то я не поняла, подождите, а как это вышло? Топлива недостаточно, 139. Да, блин, а что делать-то? Так, а у меня... Не понимаю. Чат, что я не понимаю, а? Во, нормалек. Так, надо же, на корабле куча врагов. Удивлен? Предыдущие сражения были разминкой, так что наслаждайся. Кстати, если нужно будет переждать или пропустить ход, жми на часы. Так, чат, ну-ка напишите что-нибудь, чтобы я понимала, что у меня с этой игрой работает чат. Так, если нужно будет переждать или пропустить ход, жми часы. Окей. Часы. Вот это, да?
О, ты еще жив? Я очень рад. Продолжай в том же духе. Помни, твоя цель – остров на востоке. И не забывай про левел ап. Левел ап, да? Левел ап. А, все работает. Спасибо. Тыкай туда, жмякай сюда, и все будет норм. Да я пытаюсь понять. Ну, кстати, блин, игра очень милая. Такая вот она. При том, что я не люблю пиксельные игры, вы знаете. Но это мне прям нравится. Прям она такая... прикольная, что ли. А где тут, кстати, Кромик? Кромик-то тут? Он же у нас любитель пиксельных игр. Так. Ой-ой-ой, это как-то нехорошо выходит. Так, а давай-ка мы отойдем. Ха-ха-ха, лошарики. Ха-ха-ха, лошарики. Ой, я померла. Так. Сколько она снимает? Один урон. Блин, ну один урон — это херня. Стреляйтесь. Молодцы. Стреляйтесь. Чуть понять не могу, они по друг другу не попадают, что ли, или что? А как игрушка? Слушай, прикольная. Да, пошаговая. Еще бы понять, что вот это вот такое. Я в пикселях не особо разбираюсь. Да в смысле? Я не то нажала, ясно. Ясно, понятно. Глюшочек, мы смотрим игры от наших разрабов. Вот, что у нас тут происходит. А у тебя что происходит? Пойдешь, ты должен пойти за мной, по идее. Отлично. Все, ебой. Я смог, чат, я смог. Так.
Итак, мы в какой-то деревне. Деревне. Да ну тебя в жопу. Что вы тут меня трогаете? Не трогайте меня, козлы. Блин. Я сейчас сама себя в угол, кажется, загоню. Не очень хорошая хрень. Так, туда точно нельзя. Назад идем. А он... А что он делает, кстати? Какие у него скиллы? Как посмотреть-то? Никак. Мне сейчас показалось, что он маг. Нет? Посмотрел тут часть вью Лебедева с другом-либералом. Это писец. А, я что-то где-то видела его, да. Но я его не смотрела. А то там вот это вот, типа, ты смотришь на меня как-то презренно. Так я думаю, господи. Господи. Так. Что ж мне делать? Обезьяний хер приделать, да? Но он только толкает. Он не дает этот самый... О, хорош. Завалила, хорош. Так, а как мне теперь с тобой поступить? Давай идем сюда. Входим. Блин, ну как бы я к нему не подступилась, у меня просто одна жизнь, а у него две жизни. А вот так вот он будет стрелять, да? Угу. Чуть подальше отойдем. Серьезно? Ладно. Так. У тебя 2 хп, да? Ждем. Так. Ага, так, сюда. Блин, нет! Братишка, ну что ж ты... Как отменить скилл, когда я уже его нажала? Он просто мне херню какую-то делает. Я сейчас, кстати, умру. Так. Короче, для любителей пошаговой боевки вообще, мне кажется, игра великолепна. Особенно те, кто пиксели любит. Игра максимально классная. У меня голова начинает болеть. Он же не толкнет? Не должен. Ага, сейчас я тут опиздюлюсь, окажись. А, он на 2 клетки бьет. Хорош. Подождем. А второй что, не бьет? Второй не бьет, вот говнюк.
О, хорош. Хорош, хорош. Так, постоим пока. Постоим, подождем. Угу, угу. Так, постоим, подождем. Подождем, подождем. Так, сколько у тебя хп? Опа-на! Меня тут немножечко заблокировали. Ай-яй-яйчки, яй-яй. Так, хорош. Не, но он все равно походит дальней атакой. Да. Хотя подожди, вот это вот вроде, да, толчок. Ну-ка, походит он. Да, во, все, можно избавиться от него наконец-то. Так. Блин, он же бьет на всю дистанцию. Ну что за говно? Так, у него осталось одно хп, давай. Все, соси писю. Ой, так, нам нужно долететь куда-то вот... Куда? Куда-то надо долететь. Вот сюда куда-то, да? Так, что у нас здесь? Ты на месте. Новый враг – гоблин-охотник. Он бросает на землю ловушки, на которые сами же может наступить. Тупой, как дрова. В общем, имей в виду, ловушки опасны как для тебя, так и для врагов. Еще он бросает сеть, но только по прямой. А вот это уже опасно, так как сеть на время обездвиживает всех в радиусе одной клетки. Старайся избегать линий его атаки или держись от него подальше. Так, это который? Вот этот вот, да? Это он. Так. Что было? Кто-то как-то помер немножечко. Минус, привет, солнышко, привет, Румата. Здравствуйте, здравствуйте. Извините, я тут поглощена боевкой. Не могу никак это самое взаимодействовать, извините. Так, давай вот так вот бахнем тебя на две клеточки. Клеточки. Пихаем тебя. Уйди отсюда. Так. А ты не можешь по мне стрелять, потому что тут куст, да? Великолепно, мне нравится такое. Пропускаем ход. Бахаем ему еще раз по голове. Отлично. Так, ждем здесь. Ага. Возвращаемся обратно. Угу. Так, делаем пропуск хода. Угу. Так, уходим отсюда. Еще разок уходим. Все. Пуляем ему по голове. Уходим. Уходим. По голове ему. Все, отлично. Так, что-то мне тут много всего дали. Великолепно. Это было непросто, но и награда неплохая, не так ли? Посмотрим, что там к тебе попало в инвентарь. Так, инвентарь, это вот это, да? Новые осколки, круто, надевай. А еще бинты и аптечка, их можно использовать сразу в ПКМ или снарядить в быстрые предметы. Тогда они появятся в виде исцеляющего навыка на поле боя. Так, значит, можно аптечку в быстрые предметы, это куда? А, вот сюда, наверное, да? А осколки можно вот сюда пихнуть. Осколки что дают? Так, простой удар дает, здоровье плюс 2, дальние атаки плюс 1. Прикольно, прикольно, прикольно. Что-то можно еще пожертвовать бездне, кстати. Она дает деньги, я так поняла, за пожертвование. Прикольно. Внимание! У следующего острова аж 2 звезды. Ты готов? Вперед! Ну, поехали, че, сейчас опизделимся там. Так, о, Господи Иисусе, помоги. Изучи гоблина с кинжалами, стоящего за ящиками. Он сильнее, чем обычно. Внимательно прочитай описание каждого его навыка, чтобы быть готовым ко всему. Также на острове новый враг – гренадер.
Он бросает ловушки, мины и оглушающие гранаты. От мин легко увернуться, если следить за его замахами. А гранаты ослабляют всех, кто попал в радиус поражения. Гренадер пока не очень силен, но может стать сильнее в будущем. На новых островах всегда будь начеку, изучай всех противников перед боем. Удачи. Так, ты бьешь на две клетки, но ты мне не помеха, потому что ты стоишь за ящиками, да? Почему у меня белые эти самые? А, это от меня, наверное, потому что... Так, ладно. Двоечка. Нет, я никак ничего ему не сделаю, да? Давай вот так сделаем. Ой-ой-ой, меня закрыли нахрен. А чё меня убили, не понял. Я же нажала скилл. Че, по нему не попало, что ли? Сейчас меня жахнут, походу. Ой-ой-ой-ой. Кошечки. Да почему я не попадаю по нему? Что-то сложно, чат. Что-то сложно для меня. С пошаговой боевкой это, конечно, мд. Нормально. Тут и постоим. Я, кстати, так и не поняла, что вот этот скилл делает. Его нельзя описание прочитать? Удар по соседней клетке. Но я так никого и не ударила. Ну ладно. Так. Давай-ка вот сюда встанем. Отлично. Что здесь происходит? Мы тут плюшками балуемся. У вас что происходит? Ощущение, как будто я никому не наношу дамага. Да ну, меня опять завалили! Thank you.
будто опять я не надамажила. Почему? Почему я не могу перейти? Что за фигня? Мне только атаковать, что ли? Походу, да. Блин, он очень больно бьет, офигеть. Короче, наверное, все. Наверное, вы посмотрели игру, потому что я тут сейчас зависну надолго, я не пройду это. Да почему же оно не дамажит так? Вот опять я ему не нанесла дамаг. Да, блин, сука! Он тебе не нравится, потому что она пиксельная прапором. А, он бьет через пенек. Нормально. А вот теперь я в жопе, да? Я не могу ходить наискось. Блядь! И хилки у меня нету. Так, ладно, последний раз страю. Если не получается, следующую игру идем. Что такого в пикселях? Это ж прикольный стиль игры. Не, у меня есть прям два лютых хейтера пиксельных игр. Это Водка, он прям тотально даже не смотрит стримы с такими играми. Вот он не переваривает вообще пиксели. И Прапор. Но Прапор не то чтобы хейтер, но он просто говорит, мне не нравится, и все. Вот. Вот у меня Кромик, допустим, он обожает пиксельные игры. Он мне все время их задаривает. Там, давай, давай, играй, давай. Вот, поэтому это же такое. Ну, на любителя просто. Но здесь прикольно пикселями сделано. Мне нравится такое. Здесь просто, наверное, такие типа мелкие пиксели, и они. Ну, картинка очень красивая, все равно. Вот. А когда крупные пиксели, что-то мне не особо нравится. Чего? Я не хейтер пикселей, ты не права, да? Тогда извините, прошу прощения, my apologies, мисс Кузьмия. Чую, следующее воскресенье много кто будет на стриме, я пиксельную игру выбрала. Нет, там тоже пиксели мелкие такие. Так, ну поехали, попытка номер 10, да?
Ой-ой-ой, он меня закрыл. Вот сучара поганый, а. Да блять! Сукины дети! Ай, так, ладно. Почему? Почему я не нанесла сейчас дамаг? Вот опять я не нанесла дамаг. И нахер отсюда. Классно вообще, просто весело, задорно. Я два раза не попала по нему почему-то дамагом и не поняла почему. Ладно, я думаю, на этом все. Иначе мне сгорит жопа просто. Но игра прикольная, я вам так скажу. Здесь на самом-то деле вообще даже дорабатывать ничего не надо. Эту игру, мне кажется, спокойно можно выпускать уже в релиз, и в нее спокойно будут играть и наслаждаться ей. Да, мое скромное мнение.